Друзья, всем привет! Мы в лесу с Мишаней. Всем привет! Тут масленок нашел. Серьезно? Да. И молча, главное? Я его проверил, я думал, это не масленок, вон. А, ты проверил его? Да какой хороший еще. Такой хороший еще. Походу. Ребят, смотрите, Мишка масленок нашел. Конечно, надо проверять его. Но маслята сейчас такие, они сырые, конечно, влажные. Сейчас у нас ноябрь, друзья. Погода, видите, какая? Еще пока нас балуют. Но сегодня подморозило. С утра, ну не знаю, где-то может градуса 2, наверное, минус 2. А так солнечно, хорошо, погода классная. Мишаня, говорю, поедем, прокатимся, погуляем. И пойдемте покажу уже, первый грибочек тут нашел. Кстати, грибов много, вот таких вот рыженьких я вам покажу, вот. Вот такие вот. Вот я такие не знаю, мы такие не берем никогда. Они какие-то коричневые грибочки. Мы берем только вот такие вот серушки. Вот они, серушечки. Смотрите, какие они красивые, ребят, смотрите. Свеженькие, свеженькие. Во, вот такие замороженные. И мне нравится мороженые брать. Взял ножик, а без ножика собираем. Погуляем, маленько, может, найдем что-нибудь. Тем более, когда еще сходим? Сейчас вот-вот снегом все завалит, и все, да, Миша? Ну да, уже все будет. И уже не походим. Вот какие красивенькие. Я, не знаю, даже ножик взял, мне кажется, он не нужен. Их вот так легче брать, во. Смотрите, какие. Хороший, красивый, хороший, вкусный гриб. Серушка. Ничем не хуже любых других грибов. Пойдем, что-то походим дальше. Выше, выше, выше. Тут хорошо гулять. Да, вот этих вот коричневых грибов очень много. Вообще, они прям везде. Коричневые, да, Миш? Да. А, вот гигрофор. Вот гигрофор мне хотел. Я больше как за ними хотел, ребят. О, вот да, они. Это эти. Сластеный гигрофор. Как да, вот гигрофор. Они. Посмотрите. Они вообще мороза не боятся. Сейчас покажу вам. Смотрите. Видите, какие? Прям красивые-красивые. Как будто вот они только выросли. Ну, и серушки тоже вот они нормальные. Какие-то они цвет у них странный, вот этих серушек. Совсем, ну это серушки, ну какой-то не такой. Но гигрофора вот самый настоящий. Хороший гриб. Такой подслаживает чуть-чуть. Вот если их много найдем, то хорошо будет. Кстати, их полянами обычно находили. Это пока вот первый. Пойдем, Миша? Пошли. А вот это что такое? Тоже эти коричневые грибы какие-то. Синитут дает. Ищи, Миш, гигрофорчик. Мне больше хочется их набрать сейчас, найти. А маслята, я думаю, посмотрим сейчас там на выходе, на окраине, потом в той стороне. Может быть, каким-то чудом они там выросли, ну, не знаю, сомневаюсь. А малыш-то где наш? Ребят, я малыша вам даже не поздороваться не дал, коту улепендрил. Малыш! А он прибежал, и давай здесь носиться. Для него лес это... Его стихия нету. Ладно, прибежит сейчас. Может, лосика гоняет, Миш? Лучше не надо. Лучше не надо, не говори-ка. Что-то по одному грибочку попадается. О, прибежал. Куда бегал-то, малыш? Или улепетно, свистели-свистели, нету. Тут догнал. О, ребят, смотрите, видите, какой гигрофор интересный. Он такой гриб. О, он такой, мне нравится, он сужается. Конусом тогда, Миш? Ага. Где тут еще маленькие видел, вот они. Вот, такой что-то полян не вижу. То обычно полянами находили. Да, гигрофор обычно же по много растут. Да, вот тоже гигрофор. Вот они, видишь? О, ребят, видите, какой он красивый. Гриб. Он как свежий вообще. Вот они. Маленькие. Мне нравятся грибы гигрофор. Мне даже, мне, по-моему, больше нравятся, чем серушки. Ну, они как серушки такие, а я чуть подслаживают. Так похоже. Вот, маленько попадаются межгигрофорчики. Есть еще? Да, ну вот начинают тут. Ага. Вот большие. Такие больших мне нравятся. Их быстро набираешь. Сейчас попройдемся. Так что, ребят, и в ноябре еще можно набрать грибов, да, Миша? Ну да. О, какие, смотри, Миша, стоят плюшки. Да, вот тут тоже небольшой попался. О, давай, давай их. Ой, уронил. Уронил. Мой маленький мороженый. Видите, как его? Посмотрите сейчас, друзья. Просто свежий-свежий, красивый-красивый. Вон какой. Вон какой красивый-красивый гриб. Малыш валяется. Так, Миша, здесь не видно? Да нет, пока еще не видно. Посматриваю так внимательно в некоторых местах. Еще стоят. Стоят две. Два дружка, да, Миш? Да. Раз и два. Вон, ребят, какие они красивые. Хорошие грибы, ребят.
А я Мише говорю, Миша говорит, какие сейчас грибы можно брать? Я говорю, ну, может, гигрофора, сирушек, говорю. Маслята, говорю, не знаю, говорю, если только каким-то чудом у нас на том, в том крае, где солнышко пригревает, посмотреть, может быть, какие-то и выросли молодые. Ну, это глянем сейчас. Да, Мишань? Ну, да. Давай, ты вот тут проходи, давай. Вот видишь, зелененькая красивая полянка, а я вот здесь, чтобы, как говорится, два места не друг за дружком идти. И так вот смотрим. Чуть гигрофора маловато пока вот попадается, то я бы прямо такие поляны набирал. Ну ладно, пойдемте поищем еще туда, выше. Может, пойдем на полянки. Такой здесь оазис, здесь деревни растут. Вот смотрите, видите, сосны вокруг. Вот это место такое. Полянка здесь. Я не знаю, почему такая полянка. Вот он. Пролетел, да, Миш? Ага. Пойдем, Миш, туда, в сосенки. Друг, пойдем вперед туда, вон туда. А так, друзья, погода вообще классная. Ждем, когда подморозит все хорошенько. И рванем на зимнюю рыбалку, да, Миш? Ну, да. Ждем льда, пока льда нету. Он маленький-маленький, в котором не стоять невозможно. И на удочке не половишь. Вот этих грибов здесь белых вообще много так. Не знаю, что... Посмотри, да... тут прям ведьминый круг, прям круг-круг. Прям круглый. О, ребят, смотрите. Да. Малыш, ведьмин круг. Аккуратней. Смотри, друзья, ведьмин круг прям вообще идеально. Не знаю, что за грибы такие беленькие. Вот это да. Про них показывали всякие эти разные небылицы про эти круги. Там ведьмин круг, кто-то какая-то в них... Не знаю, что. Прям вообще, да, прям такой, ну, почти как круг. Больше какое-то сердечко похоже, да, Миш? Ага. Все равно. И здесь таких грибов. Вон там он и белый. Смотрите, ребят. Улегся. Че тебе, заворожил ведьмин круг? Заворожил малыша. Вон тут сколько этих беленьких грибочков. Там он тоже были такие полукруги. Малыш. А здесь прям, и подожди-ка, здесь к кругу не ходите. Да, здесь, конечно, круг. Малыш, бороться захотел, малыш? Интересно, ребят, интересно. Ну, пойдемте походим еще туда. Мне тут на край, но на ту другую хочу сходить. Там, надеюсь, что будут грибочки еще. Полянками. Ну, что, ведьмин круг, принеси нам грибочков, да, Миш? Ага. А мы пойдем дальше. А вот еще ведьмин круг. Только в серединке грибок один мешает. Да. А так тоже ведьмин круг. Такой же. Поменьше, да, Миш? Да. О, сколько... Прикольно выглядят эти круги. Ага. Они такие всегда по осени. Всегда они такие по поздней осени. Вон еще круг, смотри, Миш. Этих кругов ведьминых. Вот, друзья, вот еще один, смотрите. Почти вот тут не хватает пару грибочков. Видел, Миш? Ну, вот сколько ведьминых кругов-то. А вон там вообще, блин, вон тот, вон. Вон, видишь? Большой. А грибов-то нет, которых нам надо. Не, ну вот один попался. А вот они, друзья, смотрите. Игрофорчики, вот они. Тогда хотя бы на жарешку набрать, на небольшую. Ну да. Пойдем, Миш? Пошли. Гигрофор еще один вроде. Да, вон. Ну-ка, ножка длинная. Он только даже зеленоту немножко отдает. Ну, единичные, ребята, единичные. Нет такого вот. Я тогда помню, их прям столько много было. Их даже не брал сначала. Ну, раньше, когда. Опять он там, аномалия. Мы с тобой опять куда-то выходим. Такое же место. Ну, нормально, зону. Кругами крутимся, походу. У нас эти круги... Нас кругами водят. Заворожили. Да, вот так попали. Полянка такая красивая. И масленка такой прекрасный. Ну да, стоит такой. Давайте его срежем. Короче, не знаю, хороший будет, нет. А вон какой, ребят, нормальный масленок. Нет, он как бы чистый, но сам какой-то да. Уже такой. Ну, он подморозчики были уже, подморозило его. А вот, смотри, какой, Миш. Чё? Ага, или это не он, я не пойму. Нет, мне кажется, это не он. Не будем трогать, это не масленок, ребят, это, я не знаю, коричневые грибочки такие, какие-то есть. Вот где полянки, видать, тут маслятки маленько вылазили, видел? Да. Вон там что за гриб такой? Рыжик, походу, рыжик, огромный рыжик. Ну тоже они, видите, ребят, какие уже рыжики, это уже не я рыжики. Это уже, ну даже еще червивый был, представляете? Нет. Ну он уже все, эти рыжики уже, в свое время они прошли. Рыжики уже прошли. А тут вон, видишь, Миш, какая красота по-своему. Пойдем туда? Пошли. Вот здесь как интересно, смотри, Миш, может целое... Здесь выживало устраивать вот здесь.
под такой, под таким деревцем, да? Угу. Возможно, ребята, и вот эти грибы съедобные. Не знаю, смотрите. Какие они похожи. Какие на такие? Похожи на гигрофор тоже, но они, смотрите, какие, видите, снизу. Таких грибов я не знаю, их в книжках я их не видел. Но их вон здесь тоже в целые вот поляны попадаются. Не, ну вот этот вот гигрофор, вот этот вот я не спорю, вот он. Это о, туда, эти гигрофор-то мне уже проверены, я их уже пробовал, я их знаю. Я их с удовольствием беру, вон какие хорошие грибы. Вот, Мишань, смотри, какие. Угу. Вот эти вот хорошие грибы, мне еще нравятся они мороженые, когда. Вон, гигрофор мне понятен, я их смело беру. Это какие-то странные. А это странные. Все, мороженое нравится. Как зеленушка внизу. Что-то, ага, какие-то цвет такой у них. Может быть и хороший, может съедобный, может и вкусный даже. И вот, Миша, тут гигрофорчик у меня пошел. Гигрофор нашел еще? Да, попадаются, вот они. Я пока что-то не нашел. Ну, вот пока вот только вот тут. Без иголок вот так. Гигрофор, ты меня называла. Посмотри, Миш, вот они попадаются, ты чё? Я вот нахожу, да, вот они, прям полянки здесь пошли, вон целые полянки здесь. О, ребят, маленькие тут начали попадаться, вот они, смотрите, маленькие. Вот нашел тоже я. Вот. Они еще маленькие, он некоторые, возможно, еще будут расти. Вот эта вот упала такая, тоже нормально она вон упала немножко. Давай, Миша, срывай их. Вот они, видите? Есть, их только надо найти, ребят. Те грибы, которые нам надо. Это я еще видел, вот здесь. Вот они. Они, видишь, они сливаются вместе с этими желтенькими. Да. Коричневыми с этими. И вон какие. А вот еще один. Ну давай, Мишанька, обрывай. А вот у меня тут целая полянка. Ведь сливаются с этими. Их сразу не заметишь. Они вот они. Вот она, сластена наша, ребята. Я даже, вон, видите, корешок. Где-то подломаю вот так, где-то нет. Ничего страшного. Переберем дома, да, Миш? Да. Бабушке он работу дам, скажу, бабушка, тебе немножко работы. Тут Мишка, по-моему, раздавил гриб. Опа. Много? Много? О, видишь, мы целый. Давайте посмотрим, Миша. О, смотрите, ребят. Смотрите, как красиво у Миши, ребят. Красота, да. Посмотрите. Согласен. Стоят такие, маленькие всякие. Их вон можно, наверное, маленькими забирать. О, какие. А ты их стараюсь обломать, если получается. Обламываю, почему? Вон, ребят, смотрите, какая красота. Вон ты забирай. Че, малыш? Гигрофор. Гигрофор. Давай массаж, иглоукалывание, как ты любишь тут делать. А вот еще, Миш, смотри. Да, я говорю, полянка такая здесь небольшая. Угу, вот шибли. Ну что, смотрите, ребят, какие маленькие-маленькие растут. Че, иглоукалывание? Лапки так сложит свои. Лапки свои сложил. А ты, смотри, Миша, лапки. Ага. Мне прикалывает, когда они так кувыркаются. Вот еще. Вот где, давай порвем, пока не есть. А то. Давай. Пока вот смотри, видишь, полянка вот здесь. Еще, знаешь, где тут должны быть. Да, вот здесь должны еще, значит, быть. Надо тут еще. Это вот круг обойти. Так, пока не вижу. Смотри, Миш, там найдешь, скажешь, а я здесь гляну. Вот, единичная вижу. Единичная покрупнее. Вон какая. Красивая. Так, 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 так. Малыш, где грибы? Вот я нашел тоже три штучки. Давай. Наши грибы. А вон, Миш, валяются. Что они валяются? А хорошие. Я не знаю. Они тут что-то или попадают в морозы, или что-то не такое. Некоторые, да, я замечал, бывает, валяются. О, ребят, смотрите, какие красивые. Походу, правильно они называются, Миша. Ну, вообще их называют сластёный гриб. Еще как-то их называют в народе. Так, по-моему, гигрофор или гигрофа. Ясно. Я уже тут что-то точно не помню. Вот они. Ну, хороший гриб. Это съедобные грибы. Нормальные. А раньше, да, несколько лет назад тоже, я не знал их. Приеду, мне кто-то говорит, а что не берешь? Хорошие грибы. А я и знать не знал. Потом, ты помнишь, книжку купил-то? Да, помню. Я в книжке я прочитал. Все, я был как-то уверен, а как-то книжкам я больше доверяю, чем всяким интернетам. И там все описывалось, так и так, так все по, прямо все по всей программе. О, какие красивые тут места тоже, ну, не видно грибочков. Я-то не пойму, серушки, не серушки, то они какой-то себе цвет потеряли, вот они, смотрите. Да, какие-то не они. И какие-то они как будто бы вот так приглядеться,
Как будто бы они отдают какую-то чуть-чуть фиолетовость. Хотя я тот раз приносил, тоже так же было. Просто они так отдают. Ну-ка. Да нет, это хорошие серушки, хорошие грибы. Надо брать. Что тут даже задумываться не. Или гигрофор какая-то. Ого, да, Мишка. Они, главное, заметить бывает тяжело, да. Видите? Друзья, не сразу заметишь их. Давай их называть сластенка. Давай. Мне больше нравится имя и их название сластена. Полянки, видишь? И так, главное, не все сразу заметишь, да? Да. А вот там шли, сколько прошли, ничего не могли найти. А тут раз, вот на этих вот полянках попадаются. Попадаются. А вот некоторые почему-то так вот падают, я заметил. Вот так вот раз они, то ли уже созрело и упало. Ну, это нормально. А что мне нравится мороженое, они, вот смотрите, друзья, какая красота. Сколько наберем, столько наберем. Мне бывало, говорите, что вы ходите с пустыми корзинами, выходите? Ну, я сейчас пройдусь, наберусь. Ну, наберу на жареху, да и хватит. Наберу много, попадутся, наберем много, да, Миша? Как повезет. У меня в холодильнике лежат белые грибы замороженные. Я не переживаю. Это серушки. О, это серушки уже, да. Вот эти красивые полянки, да, серушки. Да, такие замерзлые уже. Ага. А мне нравится замерзлые собирать. Лучше, чем незамороженные. Давай ты вот тут маленько, что ли? А я вот тут. Полянки красивые очень. Так, глянем. Ну, вот есть гигрофорка одна. Одна вот стоит. Еще немножечко. Серушки? Так, вот коричневые эти грибочки. Вот, может, на полянках больше будет. А вот они. О, я нашел межгигрофор. О, поиски гигрофора, друзья. А вот они. О, какие. Вот тебе и вот маленькие какие стоят. О, это горь сразу. Опа. Вот такие у меня серушечки. Покажи-ка. О, у меня серушки. Серушки. Серенькие. Миш, еще полянка. Еще нашел немного. Ага, и серушки, и гигрофорка. Вот серушка. Вот гигрофорчики. А это какие? Вот они. А, что, не пособирать грибочки, да, они еще есть. Надо брать, пользоваться, пока они растут. Да, Миша? Так, пойдемте на окраину, сейчас сходим все-таки, глянем, что там интересного. Вон они, круги еще тут. Смотри, Миш, какая зеленая травка еще. Их еще трава растет. Красиво, да, смотрится? Ноябрь, зеленая трава. Пойдем? Пошли. Друзья, золотая осень. Ну да. Миш, осаждайся, сейчас скоро снегом завалит, и солнце вряд ли так уже посветит. Это такие нас, не знаю, каким чудом нас еще греет. Такая погодка. Сейчас еще вон там по краю посмотрим грибочки. О, какие здесь места. Красиво, ребят. А малыш-то где у нас опять? Малыш опять кого-то гоняет. Ну, пойдемте, найдется. Смотрите, друзья, как они стоят. Выросли в тепло. И стоят замороженные. Два мухомора. Ну, здесь зато серушки вот они. Есть. Вон какие хорошие, толстенькие. Толстенькие серушечки. Какие. Вон еще один мухомор. Смотрите, друзья. Я голову склонил. Типа все холодно. Голову склонил. Нет, Тамиш? Нет, пока не нашел. Я серушки и гигрофорки единичные. Попадаются вот здесь. Полянами нет, по такой по одной штучке. Маслят не видно, да? Нет. Идем только по окраинке здесь. Ну, пойдем. А вот они, нашел. Да, целая, по-моему, семейка, ребят, смотрите. Сейчас мы попробуем с вами вот так аккуратно вытащить. Вон какие, ой, сопливые. Где у меня там ножик-то? Ой, сопливые, Миш. Вон, ребят, смотрите, какие. Ну, их можно забрать, только покороче. Они в тепле были, только вот ножки. Видишь, Миш, я тебе говорю, еще можно найти. Вон какие. Сейчас снимем травку, все. Видите, еще маслятки-то есть, я же тебе говорю, будут. Ну да. Сопливенькие. Ну, я так прямо их случайно нашел. Вот и смотри здесь. В этих, может, где-то
Бля, вон он бежит наш. Ты куда? Где был-то, а? Где был-то? Куда бегаешь все? Сразу идет ко мне, типа извиняется. Миша, а вот еще тут. Ну тут они, да, какие-то совсем понурые. Все-таки... О, как там птички. Все-таки здесь солнце было. Вот они здесь и росли. Ладно, пойдемте тогда. Пойдем, Мишенька? Пошли. А вот тут еще на окраинке гиграфора тоже. И тоже не везде, где тоже любят потеплее. Где немножко прогревает побольше солнышко. Вот тут, видите, какая. А здесь, видите, тоже окраинка такая. Тоже любит. Какие красивые, прям как свежие. Мне даже сейчас больше нравится собирать, чем другие грибы, потому что они, видите, какие, как прям как только вот выросли прямо. Такие вот. И вот опять вместе с этими шоколадными грибками. Такие полянки попадаются. Так вот особо больше много не попадаются, ну по чуть-чуть. По чуть-чуть, а вон сколько, друзья. Сейчас еще в одно место глянем с Мишей. А вот, смотрите, друзья. Вот они тоже. Вот замороженные, какие хорошие. О, сразу горсть. И маленькие-маленькие совсем еще. И совсем еще маленькие. Смотрите, какая семейка стоит, гиграфорчика. Красивые такие. Красивенькие. Ну, они маленькие совсем, вон какие. Хотя вон какие ножки прячутся. Я здесь, Миш. Гиграфорка подается по чуть-чуть. Полянки прямо. Ну такие полянки-то не забрать-то. Ну какие. Где-то единичные подают, где-то поляны. Вот здесь совсем вот маленькие. Совсем маленькие. Самые крупные выберу. Вон какие. Гиграфор, Миш, здесь по маленькой полянке. А, ты масленок, да? Хороший? Ну да, такой. Ну, как всегда обычно. Ага. Покажи нам. Я его выкинул. Понял, такой, плохой, я говорю, да? Обычный. Ну и такой не надо. Нет, такой не нужен уже. Они уже, да, маслята, они сейчас все-таки вот. Уже. Еще гиграфон. Да, бери, ну бери. Я маленький совсем уж не беру. Покрупней, которые. Которые покрупнее. Ну поехали, там пройдем, посмотрим еще. Малыш, пойдем. Перебрались немножко в другое место с Мишей. Ну, вот сейчас... Да, тут прошлись, вот только вот в основном серушки вот стоят, еще есть. Но все-таки гиграфор вот не нашли особо. И вон еще. Вот эти? Да. Нет? Я посмотрю, какие-то они темные такие. Да, они. Какие-то они темные такие, темноватые. Тут морозом их жахнуло. Тут не видно, Миша. Ну, да, что-то гиграфор. Гиграфорка не видно. Ну ладно, мы, в принципе, вон набрали, смотрите. Так, нормально. Для такого времени-то. Ну, возможно, если еще будет не сильно вот холодно, потому что там маленьких много было в тех местах. Мне кажется, там лучше все-таки, Миш. Да, там все-таки лучше. Там лес красивее как-то. И грибов там больше было. Там еще, если походить, можно было бы еще набрать. Там попетлять бы, конечно, еще. Ну что, выходим тогда, Мишань? Да. Ну что, друзья, хватит, маленько прогулялись, да и будет. У нас есть еще другие запланированные дела, да, Мишань? Ну да. Ну ладно, всем пока, до скорых встреч. Всем пока. Ну, кстати, еще вон сирушечки вижу. Ладно, выходим, помаленьку набрали.